Добрый день, уважаемые дамы и господа. И вот в этот добрый день я хочу познакомить вас с одним замечательным актером советского кино. Но, как ни странно, несмотря на его огромную популярность в 40-е и 50-е годы прошлого столетия, вы, если захотите, мало что сможете о нем узнать где-либо. Вы спросите, а куда же, понимаешь, делись наши умные критики и киноведы? А вот когда надо, их никогда нет рядом. Нет этих толковых ребят. Где аналитический разбор ролей Владимира Дружникова? Именно о нем моя сегодняшняя легенда. Где жизнеописание звезды? Или это может быть тайна? А может быть, это сам Дружников скрывал секреты своего творчества, как его Данила Мастер, тайну каменного цветка? Сегодня своим рассказом я попытаюсь исправить положение дел. Гложет, правда, одно. Я приоткрою занавес таинственности, и товарищи-критики смогут оказаться тут как тут. Хотя бояться, наверное, нечего, ведь сия заветная тайна, так же, как и тайна каменного цветка, как вы знаете, доступна только одному мастеру. Сказывают, мастерство то было непростое, не каждому доступно было оно. Однако, не мудрствуя лукаво, пора мне потихоньку начинать. Родился Владимир Васильевич Дружников в 22-м году прошлого века в Москве и рос в обстановке строгости и порядка. Семья-то кадрового военного. Отец по традиции был примером для сыновей – Володи и Левы. А мать, Серафима Ивановна, напротив, как могла, баловала детей. Сыновья же тяготели к разным полюсам. Володя к отцу, а вот Лева к маме. Дают, допустим, братьям две конфеты. Младший брат Лев Васильевич свою съедает сразу, а вот Владимир Васильевич делит конфету на несколько частей, впрок. Вот такая была разница во взглядах на жизнь. Но впрок обычно кончался плачевно. Все равно конфету хоть и по частям, но приходилось отдавать младшему. С возрастом взгляды еще сильнее разошлись. Младший Лев Васильевич вместе с мамой любил театр, оперу, балет. А старший Владимир Васильевич вместе с папой тяготел к дисциплине, утренней зарядке и электричеству. Парадокс в том, как жизнь распределила роли братьев в дальнейшем. Гуманитарий Лев всю жизнь был связан с техникой. Ну а Владимир после 10 класса неожиданно устроился на работу. Поступил во вспомогательную труппу Центрального детского театра. Вспомогательный состав – это студия, где можно было учиться актерскому мастерству. Художественным руководителем студии был известный актер и режиссер Владимир Дудин. Впоследствии Дружников очень часто вспоминал своего первого учителя. Вспоминал и первую роль, которую ему поручили. Роль лягушки. Да, именно лягушки. Причем это было не случайно, это был не случайный этюд. Это был спектакль, как говорится, на зрителя. Надо было входить в образ, прыгать по всей сцене и квакать, квакать. Особенно этому радовались младший брат Лев Васильевич с мамой. В зрительских рядах они сидели всегда спереди. Вот такое открытие нашей программы «На зависть критикам». Кстати, в биографии артиста этой роли не указано. Мы проверяли. Ну, конечно, были роли и посерьезнее. Во время войны, когда Владимир вместе с театром был в эвакуации в Новосибирске, внезапно умер отец. Это произошло в 43-м году. Сын не успел на похороны. Незаживающая рана? Да, банальная фраза. Она не отражает и части переживаний Владимира. Отец был для него настоящим духовным наставником, что, согласитесь, случается довольно редко. После войны жизнь потихоньку входила в нормальную колею. Дружников продолжал работать в ТЮЗе, и вроде бы ничего не предвещало перемен. И вдруг такой случай. Друг актер по ТЮЗу собрался поступать в школу-студию МХАТ и попросил Владимира подыграть ему на экзаменах. После показа друга вежливо отправили домой, а вот Владимира попросили задержаться и прочитать что-нибудь самостоятельно. В результате взяли на курс именно Владимира. Ну и как вам этот случай? В школе-студии МХАТ Владимир Дружников отучился год. А в начале второго курса случилась история, в корне перевернувшая всю последующую биографию артиста. Как-то раз на курс зашел кинорежиссер Петров. Он искал молодого актера на роль Незнамова в свой фильм «Без вины виноват». Зачем он зашел именно сюда, вопрос.
хотя он не мог не знать, что студентам школы-студии строго-настрого запрещалось сниматься в кино. Ну, может быть, его оправдывает то, что в картине играли сплошь мхатовцы. Может быть, он поэтому и зашел случайно в надежде встретить, допустим, Аллу Тарасову где-нибудь на кафедре. Так или иначе, но режиссер Петров оказался первым без вины виноватым в этой истории. Вторым без вины виноватым в этой истории оказался Владимир Дружников. Его выбрал кинорежиссер Петров. Пробовался на роль и Владлен Давыдов, сокурсник Владимира, уже игравший Незнамова в студенческом спектакле. Но Петров выбрал Дружникова. Владлен переживал. Переживал и Владимир, но, как вы понимаете, совершенно по другому поводу. Театр или кино? Вот что бы выбрали вы, если бы вам предложили такой выбор? Что лучше, зима или лето, молоко или кефир, балет или опера? Что выбрать? Что, черт возьми, выбрать парню в 22 года? Наименьшее из зол? Как бы сказал Атос, он сделал то, что должен был сделать. Но, может быть, он совершил ошибку? Да. Как только Владимир был утвержден на роль, его тут же отчислили из школы-студии МХАТ. Господа, я предлагаю тот за матерей, которые бросают своих детей. Чтобы перестать. Он блестяще сыграл роль. Он заслужил аплодисменты той же Тарасовой прямо на съемочной площадке за свой монолог. Той Тарасовой, которая вначале, смотря на шустрого мальчика, говорила: «Ну-ну, посмотрим, каков он. Тот, который осмелился изменить самому МХАТу». «Нет, не поймешь ты, вот чего я боюсь. Ведь я круглый сирота». Не скажу ничего про огонь и про воду, а вот медные трубы свалились на молодой и неокрепший организм буквально на следующий день после выхода картины «Без вины виноватые». Юноша пылкий, со взором горящим, буквально пленил женские сердца. Жизнь понеслась в бешеном темпе, практически 24 события в секунду. И вот, не успел 46-й год, год дебюта закончиться, сразу два предложения. Режиссер Лео Арнштам позвал в звездную компанию в картину «Глинка», а режиссер Александр Птушко вообще пригласил в сказку. В «Глинке» была небольшая роль, эпизод. А вот в фильме «Каменный цветок» известного режиссера-сказочника роль главная, необычная и, я бы сказал, даже загадочная. В экранизации сказа Павла Петровича Бажова Дружникову посчастливилось сыграть самого Данилу Мастера и показать наглядно все тяготы и лишения творческого процесса. Человек, известно, подсветет, подсветет, да и завянет, а его думка в поделке, может, навек останется. Кстати, на эту роль Владимир был утвержден безо всяких проб. Птушко буквально вырвал актера из дружеских объятий Ивана Пырьева, у которого на так называемое «открытие года» были иные планы. Фильм «Каменный цветок» снимался в Праге на студии «Барандов фильм». И вот из мосфильмовских гримерок, часто неотапливаемых, Дружников переместился буквально в рай. Отдельная двухкомнатная грим-уборная, мраморная ванная, мягкий свет – и роскошный диван. Но еще бы, он же играл главную роль и получил гримерку по статусу. По воспоминаниям актера, в такой шикарной обстановке не обошлось и без провокаций. Так это тогда называлось – провокация. Сейчас это бы назвали другим словом, к примеру, удача или шанс. Короче говоря, артиста Дружникова пригласили в Голливуд. Представляете себе? Вот куда долетела его быстрая слава. «Даже не думай об этом», — сказал сам себе советский артист. «Как можно покинуть СССР, покинуть страну-победительницу?» А семиметровая комната в коммуналке, где ютился Владимир с мамой и братом, не более чем временные трудности. В эту комнату и вернулся артист Дружников, презрев и мягкий свет, и роскошный диван, и мраморную ванну. Об этом все тот же Владлен Давыдов вспоминал так. Когда Дружников вернулся из Праги, где снимали «Каменный цветок», он появился на пороге школы-студии МХАТ перед своей бывшей группой, ведь он должен был, как это называется, показаться. На нем было шикарное пальто, шляпа. Он был весь какой-то заграничный, снисходительно добрый и даже пушистый. Приехал молодой и красивый премьер к обычным студентам, снизошел.
Но я скажу так, это влияние стариков все того же МХАТа. Там ведь всегда ходили в моноклях, в шубах с шикарными воротниками, в прекрасно сшитых костюмах. Там всегда премьерствовали. Так что же вы хотите? По результатам 46-го года фильм «Каменный цветок» занял первое место в прокате. А Иван Пырьев, или как его называли, мастер народного лубка, уже готовил артисту Дружникову новое испытание – сказание о земле сибирской. Вновь грандиозный успех, и даже берите выше – сталинская премия. Одинокий себя Забайкалья, где золото рою гора. Красоты сибирской природы, замечательные песни и комические интермедии. Что может быть лучше для настоящей народной комедии? Мы бы загодя пельмени положили к нам мороз. В 1948 году на студии «Беларусьфильм» режиссеры Файнцимер и Корж Саблин приступили к работе над картиной «Константин Заслонов». Роль отважного партизана-подпольщика была предложена Владимиру Дружникову. Правда, для Заслонова надо было срочно поправляться. В кадре требовался более мужественный партизан. Владимир Васильевич рассказывал, что его кормили, кормили, пока он не перестал влезать в крупный план. Вот тогда-то и начали снимать. И помните, связь держать будете только со мной. И задание получать только от меня. Ну, а для всех остальных я предатель. Иуда. Ну, а теперь я вам объясню, как делается угольная мина. Кстати, откармливала артиста не мама, а невеста, Ниночка Чалова. Они встретились чуть раньше в Минске на очередном выступлении товарища Дружникова перед зрителями. Девушка тоже актриса, приехала из далекого Свердловска сниматься в своем первом фильме. Более того, в главной роли. И тут вот такой вот случай. Карьера под угрозой, девушка влюбилась. А когда Владимира Дружникова срочной правительственной телеграммой вызвали в Москву по поводу Заслонова, он спокойно так, хорошо поставленным голосом сообщил девушке: «Будет большая работа, тебя забираю с собой». И все. С тех пор ее кинокарьера закончилась. Фильм «Константин Заслонов» вышел на экраны страны в 49-м году и вновь стал лидером проката. На премьере Дружникова не было, был только его портрет на фасаде кинотеатра «Художественный». Сам Владимир Васильевич уже снимался в следующей картине «Донецкие шахтеры». Играл инженера-изобретателя первого угольного комбайна. Жизнь со скоростью 24 события в секунду продолжалась. За 6 лет 9 фильмов и ни одного проходного. В 5 картинах главные роли. 6 фильмов получили призы кинофестивалей. В Венеции, в Каннах, в Карловых Варах все фильмы входили в тройку лидеров проката. Такого результата в то время не знал ни один актер. Феномен? Кстати, молодая семья суперзвезды плюс мама, тетя и семья брата продолжали делить всю ту же комнату в коммуналке. И это после таких премьер. Да, куда-то пойти, потребовать, кому-то что-то сказать, стукнуть кулаком по столу – эти действия Владимир Васильевич считал для себя неправильными. Нет, все, что полагается, само должно прийти. Кстати, если актеру Дружникову что-то не нравилось на съемочной площадке, ну, допустим, когда долго ставили свет, строили кадр, он, в отличие от большинства других актеров, спокойно все это сносил. Не нервничал, не срывался на режиссера. Владимир Васильевич готов был стоять в кадре столько, сколько это было надо. Работа есть работа. В начале 50-х годов Дружников продолжал находиться в зените славы. Однако везение и успех недолго ему сопутствовали. Все чаще стали появляться предложения сняться в ролях второго плана. Владимир Дружников был достаточно закрытый человек и к тому же требовательный, сложный в общении. Он либо молчал, либо резал, что называется, правду матку прямо в глаза. Доходчиво объяснял собеседнику, кто он и чего стоит. Кстати, по воспоминаниям дочери Натальи, в образе художника Рябовского из фильма «Попрыгунья» что-то проскальзывает и от самого Владимира Васильевича из реальной жизни.
он мог вот так же долго что-то терпеть, терпеть, а потом эмоционально взорваться и уйти куда-то вдаль и топать по грязи. Но оставьте меня! Убейте меня! Убейте! Итак, фильм «Попрыгунья» 55-го года. Режиссер Самсон Самсонов. Художник Рябовский – одна из первых характерных, более многогранных, что ли, ролей артиста Дружникова. Что же, избушка у вас чем-то подавилась и жалобно пищит. Надо вот этот угол взять потемнее. Рябовский – человек творческий и, безусловно, талантливый. Но самолюбование духовно развращает, и как результат происходит опустошение личности. Иначе говоря, за все надо платить, господа. Да, однако, знаете, как я устал. Но посмотрите, как тонко сыграно, мягко, на полутонах. Какой, казалось бы, интеллигентный и благородный человек на экране. А теперь на экране типичный белый офицер. Это уже 61-й год. Фильм «Две жизни» режиссера Лукова о событиях, происходивших после Первой февральской революции. Сложная задача стояла перед актером. С одной стороны, показать интеллигентного человека, белую косточку. С другой стороны, эту интеллигентность нужно было и опорочить. Сделать некоего врага-перевертыша. И задача эта была решена актером буквально в нескольких эпизодах. Общим хронометражом минуты так 7-8. Вновь примерить классический репертуар помог старый друг, режиссер Самсон Самсонов. Режиссер позвал Владимира Дружникова на роль Соленого в фильме «Три сестры» 64-го года. И вот яркая характерная роль, так блестяще сыгранная актером. И я, Андрюш, с тобой в Москву, в университет. В какой? В Москве два университета. В Москве один университет. А я вам говорю, два. Пускай хоть три, тем лучше. В Москве два университета. В Москве два университета. Старый и новый. А если вам не угодно меня слушать, если мои слова раздражают вас, то я могу и не говорить. Я даже могу уйти в другую комнату. Браво! Браво! Отгремела премьера, разошлись зрители, иссякли хвалебные статьи, и снова артист Дружников где-то на втором плане, вот как на этих кадрах кинохроники. В 70-е годы Дружников был готов пойти к Ефремову. Хотел вернуться в Амхат, но не пошел. Возможно, если бы его пригласили, он бы с радостью пошел, но самому идти? Нет. Гордость, давняя обида, много, очень много он носил в себе и никому не рассказывал, даже близким людям. В 67-м году в жизнь семьи Дружниковых вошла дача. Это было открытие, неизведанное чувство. Зеленый рай. Дача заменила собой дом. Владимир Васильевич обожал лес. Часто уходил рано утром, его даже теряли, волновались, а он просто гулял. Ведь служение муз, как вы знаете, не терпит суеты. А сейчас вашему вниманию предлагается одно интересное письмо, пришедшее как-то раз в 70-х годах на радио. Дорогие товарищи, вечером в начале 9-го слушал в исполнении Дружникова «Отцы и дети». Я было после ужина настроился на «Известия» и телевизор, а тут на тебе, куда там, все полетело в сторону. Хочется прямо так, без обиняков, по-рабочему сказать. Молодец, артист Дружников. Знал бы я, что «Отцы и дети», не включал бы свой транзистор. Но что артист сотворил, сделал меня участником? Я вот раньше думал, что Базаров – это автор, сам Тургенев. Но теперь я знаю, Базаров – это В. Дружников. Более того, Базаров теперь – это я сам. Будет Дружников в наших краях, в Волгограде, буду рад встретить его в гостях. С почтением, рабочий волгоградского СТЗ Пастухов. А мы Могим тоже. Старики Базаровы
тем больше обрадовались внезапному приезду сына, чем меньше они его ожидали. Арина Власьевна до того переполошилась и взбегалась по дому, что Василий Иванович сравнил ее с куропатицей. Как бы, голубчик, узнать, чего Янюша желает сегодня к обеду? Щей или борщу? Да что ж ты у него сама-то не спросила? А надоем. Слышите, какая четкая интонационная характеристика каждого персонажа? Диалоги становятся именно диалогами. И чистая русская речь, что редкость на сегодняшний день, и никаких глубокомысленных мычаний. Да, вторая половина 60-х прошла практически без ролей в кино. Владимира Дружникова выручало радио, но редко. Шефские выступления, но тоже не часто. Работа на дубляже иностранных картин, который, по сложившейся у нас традиции, стал своеобразной формой кинотворчества. В 71-м году режиссер Владимир Роговой позвал Дружникова на еще одну роль второго плана. Роль командира эскадрона в фильме «Офицеры». «Так, маленькая ролька», — говорил режиссер. Как рассказывал актер в одном из интервью, зацепило в этой роли его то, что все-таки можно попробовать сыграть судьбу в одном эпизоде, а заодно и сказать знаменитую фразу. А я вот, представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед. Но другие богатством гордились или знатностью. А мы – профессией. А что это за профессия? Родину защищать. Есть такая профессия взводной. И вот в одном эпизоде целая судьба. Из таких эпизодов складывалась уже его судьба. Судьба артиста Владимира Дружникова. «Актер – это мираж», – частенько говорил Владимир Васильевич. Один из последних эпизодов – эпизод в телевизионном трагефарсе «Визит дамы» 89-го года. Не знаю, господа, сумеет ли кто-нибудь из вас меня узнать. Как чаще в юности тревожной, не глядя слишком далеко, о жизни думается сложно, а совершается легко. Зато теперь, как в старой роще, простор не стало и видней, о жизни думается проще, а совершается трудней. Да, так и осталась неразгаданной тайна каменного цветка. Сказывают, мастерство то непростое было, не каждому доступно. Но осталась недоигранной и роль мастера, в сущности, неизвестного мастера. Жалко, конечно, что в кино практически не реализовался Дружников как интереснейший характерный актер. Что толку гадать, что было бы, если бы выбрал тогда он театр? Вполне возможно, вошел бы он в плеяду великих мхатовцев, премьерствовал, учил бы молодежь. Кто знает, Дружников выбрал кино. Но трагическая ирония заключается в том, что ждал он от кино значительно большего, чем получил. А в безусловном выигрыше осталось только само кино. Of my lonely room, we're dancing like we used to do, making believe is just another way of dreaming. So till my dreams come true, I'll whisper goodnight, turn out the light and kiss my pillow.
making believe it's you.